Свои художественные работы представили свыше 35 сочинских художников. Отобраны лучшие картины воспитанников детской художественной школы искусств. Еще осенью художественный музей предложил провести выставку, посвященную важному международному музыкальному событию. Работы представлены на тему хора. Здесь всякие всевозможные вариации пения, хоров, музыки. Вообще выставка очень интересная, собирается музыкальная. Художники еще приносят работы. Происходит очень интересный момент, как раз вот ее комплектование. Сейчас мы можем это наблюдать. Здесь же представлены эскизы символов всемирных хоровых игр. Это медведь с гармошкой и уже известное олимпийское трио «Заяц, медведь и барс». Торжественное открытие выставки намечено на 10 февраля.